С большим футболом Борисов-Арена не прощается. Совсем скоро национальная команда под белыми крылами прилетит на Красавец-стадион. И 6 сентября будет очень важный матч на старте квалификации чемпионата мира против финалиста Евро – Франции. А сегодня команда собралась вместе, провела первую тренировку накануне вылета в Осло на товарищеский матч с норвежцами. До официального старта всех болельщиков ждет сюрприз. В Веснянке 3 сентября на футбольных полях пройдет открытая тренировка сборной в новом формате. Можно будет пообщаться с игроками и тренерским штабом в рамках импровизированной пресс-конференции. Для гостей мероприятия откроются различные зоны активности, найдут там развлечения и коллекционеры. Болельщиков ожидает очень насыщенная программа. Помимо непосредственного общения с игроками в автограф-сессии, у нас будет зоны продажи новой атрибутики, организована биржа, где можно будет купить какие-то раритетные ретро-сувениры футбольные, значки, вымпелы. Будет поистине такая атмосфера веселья, праздника, будет работать наш маскот, будет работать фотозона. Однозначно это будет очень веселое и яркое событие начала сентября. Я думаю, супер и для болельщиков, и для нас, футболистов, будет интересно. Будет это как бы впервые, будет много, я думаю, эмоций. Ну и будем рады видеть много болельщиков. Надеюсь, что эти маленькие трибуны заполнятся. Ну, хочу пригласить всех на открытую тренировку национальной сборной Беларуси по футболу. Приходите, будет, надеюсь, весело, интересно. Вот. Ну, мы вас ждем. Напомню, открытая тренировка команды под белыми крылами пройдет 3 сентября и начнется в 16:00. Поддержите сборную!